Привет, меня зовут Влад. Скорее всего, вы задаетесь вопросом, почему я так выгляжу? Именно об этом и хочу рассказать. Как обычно, я пошел на охоту. В этот раз повезло. Почти сразу нашел добычу. Раздался выстрел. Пиу! И зебра упала на землю. Флора, как всегда, сидела в своем маленьком зеленом домике, следя за дисциплиной в лесу. Когда фея увидела убийство в волшебном шаре, она разозлилась и полетела ко мне. По дороге домой я услышал шуршание маленьких крылышек. Это была фея. У нее был очень злой вид. Она кинула в меня свою палочку. Но ничего не изменилось. Потом она исчезла, и я просто спокойно пошел домой. Этим же вечером, как ни в чем не бывало, я лег спать. Утром встал с кровати и пошел в ванную. Я был в шоке, когда увидел то, что было в зеркале. Там не было моего лица, только морда зебры. Когда я шел по улице, все надо мной смеялись. Отовсюду были слышны обидные слова, которые заставляли чувствовать себя некомфортно. Чудовище! Гадость! Уйди отсюда! Урод! Фу! Даже когда я просто вышел купить воды, я услышал кучу негатива в свою сторону. Господи, чудовище! Люди меня не приняли, и я решил найти поддержку у зебр. Я делал многое, старался выглядеть как они, перенимать их привычки. От меня даже зебры отвернулись. Я стал одиноким, грустным и закрытым в себе. Я стал грустным и одиноким, перестал общаться с людьми. 3 месяца спустя. Привет, я фея Флора. Управляю природой. Именно я заколдовала Влада. За это время он очень изменился, отгородив себя от внешнего мира. Влад живет в шалаше и не общается ни с кем. Каждый день я наблюдаю за ним в надежде найти какие-то изменения, но ничего пока не произошло. Хотя был один момент. Как-то раз он вышел на улицу, чтобы нарвать трав для чая. И тут появился охотник. Видимо, у браконьера было плохое зрение, и он перепутал Влада с обычной зеброй. После того, как охотник промазал, попав лишь в руку Влад, прогнал его. Но эта ситуация дала понять ему, насколько плохим и неправильным были его поступки. Я заметила это и сразу полетела к нему. Моя задача была дать осознать ему свои ошибки, никаких злых намерений. Поэтому я расколдовала его. Он нашел семью, теперь у него есть дети. Я рада, что меняю людей в лучшую сторону.